Организатор акции – Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Чайников Федор Иванович родился в 1908 году в деревне Носовщина, призван на службу Нолинским районным военным комиссариатом. Служил в 1071-м стрелковом полку 311-й стрелковой дивизии. Погиб 10 июля 1942 года. Похоронен в деревне Андреевка Киршинского района Ленинградской области. Земцов Дмитрий Михайлович родился в 1908 году в деревне Шубы, призван на службу Нолинским районным военным комиссариатом. В годы войны был стрелком, служил в 586-м стрелковом полку. Пропал без вести в декабре 1941 года. Хохряков Сергей Михайлович был призван на службу в 1939 году. Сначала охранял дальневосточные рубежи от японцев, а в 1944 был отправлен на Западный фронт для борьбы с немецкими войсками. Освобождал Белоруссию и Польшу, был артиллеристом, дошел до Берлина. Алалыкин Леонид Федорович был призван на службу в возрасте 17 лет. В 1944 году воевал на Дальнем Востоке, участвовал в освобождении Порт-Артура. Руда Алексей Анатольевич награжден медалью за боевые заслуги в 1943 году. Войну закончил в Болгарии. Коковихин Прокопий Семенович, минометчик 1-го стрелкового батальона. В октябре 1942 года сражался с врагами под непрерывным огнем. В битве находился на первой линии атаки. Всегда образцово выполнял задания в обороне. Боевое оружие – кочующий миномет. В годы войны уничтожил 11 немецких солдат. Награжден орденом за отвагу. Погиб в 1944 году.